Вот как Киреева покинула культуру, так все путешествует, причем за счет компании. Ну, в смысле, в командировке ездит и ответ потом держит в виде сюжетов. На прошлой неделе занесло ее, нет, опять не снегом, хотя, возможно, в Сочи. И вовсе не олимпийские объекты проверять. Юрия Башмета ловила. А попались такие выдающиеся личности, что слов мне не подобрать. Сама Марина с этим, пожалуй, лучше меня справилась. Ей и слово. Под дождем только здесь и можно неспешно пройтись с европейской знаменитостью. Под предлогом интервью пианист Борис Спасский последние 5 лет прожил в Швейцарии. А Черное море и вовсе увидел впервые. Оказалось, оно подобно музыке. Когда вот оно такое спокойное, звучит Рахманинов. Для меня, во всяком случае.